Всем доброго, прекрасного времени суток. Я жива-здорова, чего и вам желаю. Собрались с семьей. В общем, у меня сегодня день рождения. Идем не то, что там отмечать, просто семейный обед. Вот. Так что пойдемте со мной. Покажу и вам. Коля уже пошел на остановку. Дима где-то сзади. В общем, разбрелись что-то мы. Разбрелись по дороге. В общем, идем, пообедаем. Просто времени особо нету моих родственников, поэтому просто посидим, пообщаемся и разойдемся. В общем, день рождения — грустный праздник. Так оно и есть. Не очень веселый пока что. Может, к вечеру еще разойдусь. Приехали в центр, идем в кафе. Вон два. Коля, Дима. Там где-то уже ждут племянница с мужем и Таня, и Федя. Там посидим, отдохнем чуть-чуть. Ну, вроде настроение трошки уже так появилось. Уже хочется петь. Это, знаете, как крокодил Гена. Почему я веселый такой? Только грустным голосом пока. Ну, ничего. Я думаю, что настроение у меня улучшится. Все будет нормально. Стоят оно. Друзья-товарищи. Отвернулись. Отвернулись. А мерзнут. Ой. С подарками, с цветочками. Ура! Спасибо. Здоровья крепкого. Да. Спасибо. Да. Ой, да хоть вас. Такая красивая ты сегодня. Так... А вы какая красивая. Так, я вообще, я всегда красавица. Ох, у меня теперь лянь. Спасибо. Я тебе с подарками. Ура! А где? Федор, а ты? А ну иди сюда, хоть бабушке два слова сказать. Стесняется парень, стесняется. Ну, иди, хоть я тебя поцелую, иди. Скажи. Ну, я таки. Да все, я свой выключу. Ну что, подходим уже мы к ресторанчику. Сейчас зайдем, там тепленько, нагреемся, а то на улице холодно. Давай, Федор, открывай. Открывай, заходи. Заходи. А тут тепло. Ну тут надо было камеру. Это... Здравствуйте, можно? Да? Ой, все, нас уже ждут. Мы там немножко подзакажем еще, хорошо? И вот нам накрыли стол такой красивый, смотрите. Хорошо, мы будем отдыхать, я думаю, очень даже хорошо. Тут вот раздевалка есть, сейчас разденемся. А можно куда-то цветы поставить? Да, конечно. Федор уже кушает. Проголодался. Вот начали накрывать стол. Вот такие хинкали красивые, большие. Такое по-аджарски хачапури. Ну, и ждем, еще мальчики не пришли. Ждем. Наконец-то дождались. Здравствуйте. Мальчики. Здравствуйте. Спасибо. Да, можно поздравлять. Садись, давайте раздевайтесь, оно есть эти. Давайте снимай пока тут. Поздравление. А, поздравляете уже меня, да? Ну давай, давай. Все. О, это в конверте, как я. На развитие канала. Зрители получили письмо от вашей подписчицы. Да? Да. И она изъявила желание вас тоже поздравить. Ты что, на тебя нашла? С днем рождения. С днем рождения. Селфи, ух ты! Полка, мощная, стабилизатором. Да ты шо? Да. А я уже догадывалась даже, из какой подписчицы. У меня одна такая очень хорошая подписчица. В общем, девочки, смотрите, у меня теперь есть селфи. Ой, она... А это что беленькое такое? А это свет включается. Свет? Подсветка. Да ты шо? Ой, ты хоть не научишь им пользоваться. Потому что я не умею. Практика. Практика. Так что, девочки, я уже с селфи-палкой. Ура! Правда, если честно, я буду ходить в посадку. Наверное, в городе, я не знаю, но смогу я или нет. Ой, я так поняла, они тут все постепенно приносят, все приготовят. Это вы постепенно, да? Можно это кушать, а потом будет все остальное, да? Хорошо.
Ой. Ну что, садитесь, мальчики, уже он. Ну давайте. Вот тоже видите, как. А? Да, разливайте, наливайте. Вина нам наливают. Ну, хватит, по чуть-чуть сначала мы все. Все не будем разливать. Поздравляйте меня. В этом году серебряная кнопка, что не поздравляю. Золотая. Ура! 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 Один год это много. Давайте в этом году серебряная кнопочка. Ну, ничего, неплохое вино. Такой шашлычок. Салатик такой. Все как-то постепенно, не успеваю его все это. Еще он что-то несет. Да, у нас Федор быстренько все это вот как-то все. Это с курицы, да, получается? Нет, это еще со свининой. Это еще со... Ага, понятно. Ну, туда ставьте шашлык подальше. То я уже и не помню, что я заказывала. Не, я помню, конечно, но я не знаю, какие эти порции. Ну да, потом добавим еще. Покушаем чуть-чуть. Это что у нас? Это скумбрия, да? Да. Так, ну, давайте я вот это вот уберу. А, ну давайте, да, пока. Убирайте его туда, на уголок. А это вот скумбрия на углях. Ой. А как он по кондиционеру убавит? Нормально. Пока нормально, спасибо. Вот такой у меня стол, девочки. По-моему, как вам кухня? Мне отменно вообще, замечательно. Очень. Мужчина не в полосатом полувере. Еще и не бородатый, побритый. Молодой, красивый. Это за новый мужчина. Да, за новый член нашей семьи. Да, молодой это. А, и даже Николай тут сидит. И Карина, вопросы Карины в описании. Да. Все, мы уже погуляли, поели, что-то забыла снять я и это, и штрудель этот забыла снять. Ой, да, все, идем одеваться. Сниму себя, поэтому уже уходим. Почему такой вот это я свитер свой одела. Уже, конечно, лохматая, потому что мы уже сколько просидели. Нормально, почему так я выгляжу. Все, ну что, вы довольны? Конечно. А? Как? Надо было сфотографировать, как я спал. Как ты спал? А если я сплю, всегда доволен. Да ты не спал, не ври. Я чуть-чуть умолил. Федору не понравилось, ему мороженое не вовремя принесли, да, Федя? Если увидите отзывы 30 минут, или если на мороженое, то это мой отзыв. Ясно. Феде мороженое долго несли, он расстроился. А так все нормально. Хорошо посидели, тепло, спокойно, уютно, не шумно. Но если там в ресторане, то там музыка. Ну, если, знаете, была живая музыка, чтобы не сильно громко, можно послушать. А то бывает такое шум-гам-тарарам. А мы такое не любим. Мы любим, чтобы было тишь, гладь и благодать, да? Идем. О, тут уже суши-бар еще открылся. В общем, тут только выбирай. Так куда мы сейчас идем? Налево. Налево? Сейчас Андрюша хочет провести экскурсию. Да? Да, такая, которая должна подтвердить теорию о великанах. О великанах? Да, а, там решили... А, ты хочешь показать эту ступеньку, чешу какую-то? Ну, если нет. Ступеньку, а, я не знаю, просто там платформа какая-то. Я еще больше убеждусь, в том, что великаны прям рогужили. Может быть, проездом. Между измерениями. Не знаю, измерения. Мы когда были в Батуми, да, Дима рассказывал. Вот смотрите, вот там подъезд, высокий такой свод над дверью. Зачем такой высокий свод? Ну да. Вот, поэтому я так запомнил себе. А
И вот прогуливались, ну, неоднократно здесь прогуливались, постоянно забывал, Диме рассказать забываю, вам забыл рассказать. А сейчас такой повод показать, мало того, воочию видеться. Ну, так это понятно, много доказательств, много такого. Да, и это будет еще одно, в Кривом Рогу тоже, или были проездом, или, может быть, не знаю, конечно, живут вряд ли, но, может быть, понятно. В общем, будем сейчас подтверждать теорию о великанах. Ну, буквально метров 30. Хорошо, сейчас посмотрим. Видео-репортаж как раз. Вот, журналистская расследование. Журналистская расследование от Андрюши. Давай. Уважаемые зрители, вот я человек нормального, ну, среднего роста, 1,72 м. Вот иду, 1,72 м, ну, 1,74 м. Иду, как бы, да, вот, на моем уровне удобно для открытия затяжки существует, действует ручка. Да, казалось бы. Ну, калитка, ручка. Ага, Федя, отойди, мешай. А вот чуть левее твои камеры, вот эти ворота, смотрите. А, ручки, правда. Как я, человек, вот, роста 1,72 м, 1,74 м, смогу до этой ручки достать? Ну, тяжело, да. Тяжело, согласитесь, да? Интересно, да. Подумайте. Очень интересно. Он никак не достанет. Кто знает, что они такое придумали? Ну, мне кажется, что это новые ворота. Слышишь, Андрюша? Мне кажется, это новые ворота. Тем более, это еще... Федор, куда ты лезешь? Слезь, пожалуйста. Зимний хочешь брать? Что это ж церковь? Чего ты прешься туда? Ничего тут смешного нету. Эту ручку достают только великаны. Понятно. Которые живут сейчас в другом измерении, когда мы не видим, ночами ходят. Я снимала уже. Так, все, мы прощаемся, мы домой. И вы тоже домой? Да, приятного. Вы маму с собой берете? Да, да, да. А, понятно, маме повезло. Отлично. Ну все, девочки, мальчики, все, давайте, пока. И вам спасибо. Все, мы уходим, давай, пока-пока. Все, мы пошли, давайте, счастливо. Все, мы на автобус и домой. Праздник заканчивается. Мы так, тихонько посидели, отметили, что я есть, что я родилась в этот день. Достаточно. Вот я уже и дома. Замечательно. Не надо ничего не мыть, не убирать. Сейчас приду, цветочки, воду поставлю, переоденусь, и все, я свободна до завтрашнего утра. А утром опять на кухню, как говорится, на рабочее место. В общем, вот так прошел, можно сказать, день рождения. Посидели, отдохнули, пообщались. А что еще нужно? Сегодня у Федечки футбол, поэтому долго они не могли. Он у нас футболист. И сегодня матч, они поехали... Это, ну, на соревнования, так сказать. О, бежит, бежит, смотрите. Эх, а вторая где? Непонятно. А он на крыше. На крыше красотулька. Чего ты туда залезла? И как я тебя буду снимать? А? Как залезла, так и слазь. Шо? А? Как мне тебя снимать? Мяу. Ага. Слазь давай. Ну, вот такие цветочки у меня теперь возле кровати будут стоять. Такие гвоздички и розочки. Хоть что-то украсит мою комнату, а не только вон замазанные дырки. Ничего. Будет ремонт, будет все хорошо. Очень приятно. Очень хорошо. Они еще распустятся, гвоздички, будет красиво. И вот такая еще и селфи-палка. Еще надо к ней приспособиться. Она как бы и треножка, и селфи-палка. Но мне одной рукой неудобно ее. Очень хорошая, с подсветкой. Тут оно фиксируется. Где оно тут? Где-то тут фиксируется. Кнопочка где-то. В общем, короче, разберусь. Огромное спасибо,
что подарили мне такой инструмент. Мне это очень нужно. Спасибо огромное.